Это вот и я. Я такая же штука. Так, пацаны. Нам первое, я помню, видеокарты по ссылке, да? Забрать. Будем драться за них. Или решал. Решал, а мне, кстати, свита решал и тоже нужно. Мне сам решал не нужен, мне нужно 3 свитовца. Давайте для начала ключики. Кто-то может... Я просто не знаю, как вы играете. Вас можно, нельзя отпускать. На какие-то моменты, допустим. Я дошел. Так, принял. Просто там нужно проверить, может быть, действительно шаху. Можно проверить газель на наличие ключа. Я не знаю, сколько сейчас ключ стоит. Но я думаю, соточка еще какую-то может держаться. Какой ключ? 310-й восточка. Сейчас посмотрим, будет удобно или неудобно. Втроем нам бегать. Синюю будку это какую? Там, где картотеки? Где одна картотека и ящик. Да, я понял. Смотри, опасно, перед тобой респ справа. Да, и могут контролить. Я вижу, ты на мусорках стоишь. Угу, да, это, ну, контроль. Угу. Ну, в принципе, перепрыгивай. Нет, беги лучше под правой стороной. Если ты к будке идешь все-таки. Не, я не к будке, я... А, ты уже сюда, я понял. Вроде никого. А где наш третий человек? Я в 44-м. Где-где? 44-й, там где машина и... Я захожу в Таркон. Ой, ты такой быстрый, ты что-то спешишь. Где машина шестерка, ты имеешь в виду? Нет, ну, короче, все, я вышел уже из гаражей, я с другой стороны, с Таркона. Хорошо, давай, один у нас в Тарконе, я за Тарконом, там где дыра в заборе. Кто поднимается? Ты поднимаешь, да, Таркон? Я, да-да, это я. Все, хорошо. Открываю. Так, ты на дырке в заборе, правильно? Да-да-да, я уже прошел, угу. ВП, синее. Да, я вижу, ты только бежишь туда. Угу. Все. Машина называется Логан, если что, обычно по нему так проще всего. Либо 88-й, да, либо Логан. Или 44-й, подожди, какой там гараж? Я вот что-то не помню. 44-й, понял. Ну, просто сейчас бегаем. Угу. Нумерация прям недосконально помню. Кроме коня не находил. Нет, там бывают битки. Там бывают всякие разные эти самые статуэтки. Квестовые, важно. Давай, давай, конечно, смотри. Здорово, Антон. Спасибо большое тебе за поддержку. За сатенчик. Алло, привет. Решай вопросы. Сын 20 лет. Чудит, а проблемы. Чё натворил сын? Я, наверное, пацаны, тогда пойду в синюю будку зайду. Видюх нет. Ты в какую? Синяя будка, которая справа, там, где наш рейс был, по этой стороне. Которую ты не захотел лутать. Я к тебе иду. Окей. Я пока на ЖД выйду. Смотри. У кого посылка там, вы не особо активничаете. Не, я понял, говорю, вы не особо активничаете, лучше позади быть. Ну, то есть, в приоритете все-таки выполнить квест, чем напороться, умереть. Ну, мне так кажется. Вы, конечно, сами можете решать, в чем вам в приоритете. По ситуации. Я тут рядом с ним. Вадим, привет. А что, ты тоже привет? Балерыч. Да. Хотя недалеко вообще от вас. Попробуй. А кто? Координируй, пожалуйста. Где? Я напротив Таркона. Я далеко от вас. Все понял. Ну, сейчас подхожу уже, если что... Если что, ломайте друг другу кабины, я вас разлутаю. О, золотой петух, кстати, по квесту, если кто-то на капу пойдет, он нужен. Я себе одного отложил.
забирай пока. Я вышел. По дороге двигаюсь в сторону вагонов. К яме туда. С другой стороны. Я на вагонах сейчас вперед. Хорошо. Сейчас с ямы выйдем. Вижу тебя возле поваленного. Давайте тогда как-то по очереди пытаться переходить. Странно, что никого не было. Ни в тарконах, да, ни думаю, здесь. Они либо отсюда пошли вправо. Вон стреляет с той стороны, видите? Да, скорее всего, где-то там. Около забора. Давай, давай, выходим. Давай. У меня оптики нет, я не смогу по нему отработать. Слева, там, где беседка, видел движение какое-то под забором. Там, где реклама, да. Проход. Да-да-да. Давайте тогда идем дальше. Я, наверное, тогда сразу пойду к трупам. Продам гараж в Таркове. Куплю. Вот, нет. Буду мерен умного ставить. Снайпер живой еще. Так, я дошел до ВСРФ. Я рядом. А наш первый куда отошел? Куда кон? У забора. У забора, да. Я понял. Мы через гаражи тогда двигаемся с твоей стороны. А, есть контакт. Где? А, там, где забор такой. Двое. Какой такой забор? Будка. А, под будкой, я понял. Да, я слева от тебя. Один ушел в забор, второй убежал вправо куда-то. Я понял. То есть они не за будкой сейчас, да? Они двинулись. Один ушел в дверь, в забор белый, вот туда, дальше. Угу. Я понял. А второй вправо ушел. Один в будке, кажется, были за ней. Нет, он за ней. Трассеры были за ней, по-моему. Блин, почти не видно прицел отсюда. Я смотрю проход. Там какая-то отдарка. Я так понял. Вот что ли, я не пойму. О, слушай, вижу. Пробежал челик, да. Блин. Там, кстати, один труп какой-то. Может, они убили? Я справа, по забору иду. Окей, вижу. Я тоже вижу. Он за тайфуном этим. Или как он там правильно? Не тайфун? Ребят, все, зашел. Меня пошли. Живой жестко. Сижу перед вами. Аккуратно. Ой, блин, я чуть... Будет, да, я видел. Я чуть тебя не убил. Один внутри. Один в окне. Да, один в окне ходит. Сейчас, мы подходим к тебе. Да. Блин. Убил в окне. Там еще гранаты. В здании. Убил. Красавчик. Я с тобой. В окне убил. Внутри одного убил. Один лежит в окне. А, жалко. С потерями мы. Хорошо сработали. Я, правда, чуть своего не убил, который сидел как раз возле этого. Я вовремя успел убрать, потому что я смотрю, один возле него танцует, а второй сидит, понял, типа, с нашей стороны. Думаю, противник бы точно так не сел. Он просто передо мной стоял. Типа, он стоял у стенки, передвижился, он тут передо мной появился, и все. Я начал по нему стрелять. Он для тех, кто я понял. ТП-шнулся, короче, просто у меня. Я на рекламу пойду. Я свободный, я пытаюсь смотреть вокруг. Не остался ли еще кто-то? Надо нашего раскидать. Да, да, сейчас. Что у тебя за патроны были? Я раскидаю, не парься. Один магазин ТТ-шек какой-то и ПС-ки были. Ну, это хера ты. Угу. Так, тогда раскидаем. Угу, спасибо. Сейчас только петушара не влазит. По тебе? Ты жив? Да. Не понял откуда. Какая-то снайпа оглушенная. Как будто бы сзади было. Может быть, с той стороны работали. Ну, со стороны моста, может быть, с будки сверху, понял? Ты где? Я вот возле тебя хожу в окне. Ага, хорошо, окей. Да, там кто-то бежит. Под кустами был, под забором. Это не ты, нет? Фига. А, у меня там противник был. Гренок. Ясно. Под забором? Я думал, сначала это ты затупил.
Закидываю гранатами. Так, не кидай. Больше у меня нет. Захожу я. Я оттягиваюсь на ВСРФ, там еще противник был. Блин, вообще такая неразбериха. Блять, не докидаться. Напомни, где ты? Куда ты будешь заходить? Я, блять, около рекламы, короче, кусты. В этот, в заборе. Ага, я понял. Возле будки? У меня синяя ЛЦУшка светит, слышишь, со спины? Это не я. Я понял. Синяя, прям будку освечивает кто-то. Так, иду к рекламе, короче. Я на рекламе прям стою, прям в проходе. Он где-то тут светит, просто синий лазер багованный, и я не понимаю, откуда он выйдет. Он может светить вообще хер пойми откуда. Да, идет, откуда мы шли, с ВСРФ, челик. Стой, стой, не ходи. Он прям идет близко. Я тут. Тихо, тихо, тихо. Он подходит. Блять, у меня патронов нет. Сейчас, окей. Тихо, 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 тихо. Я внутри настройки. Хорошо. Он близко, прямо у меня здесь, по кустам. Одного убил. Отлично. Возможно, двое. И это не тот челик, потому что тот был спереди от нас, понял? Со стороны гелика, со стороны дороги, прям под забором шел. Он меня увидел и нырнул в кусты. Я сначала подумал, может, ты, типа, потому что он не стал стрелять. Там мертвый чувак валяется в кустах. А, да ладно. Он, кажется, от гранаты, да, понял. Я туда кидал гранаты, может быть. Я иду, я иду к тебе. В будке. Я через кусты. В лестнице. Понял. Захожу в будку. В будке сяду. Мне тоже нужно докидываться. Блин, думал, это моя рука. Давай тогда где-то в сейве сидим, докидываемся пока. Да. Привет, Володя. Я в лестнице докидываюсь. Не буду писать. Что не будешь писать? Ребят, извините, я вообще не успеваю на чат реагировать. Просто оно невозможно, вы сами видите, я и так путаю инфу. Я еще калаш, он напарника даже не скинул. Не слышишь никого там? Не, пока нет. Капитушару здесь брошу, потом я за ней вернусь. У меня, кстати, одна граната остается. Я просчитался, потому что я одну взял со своего. Так, еще раз инфу обнови. Лестницы, да? Так же у тебя? Я в лестницах, да. Ну, собираюсь выходить. Лестницы, лестницы, это, я так понимаю, у тебя скелет, все. Угу. Я вышел, бегу в сторону рекламы, где я убил челика. Туда буду раскидывать своего. По кустам. Мне нужно проверить, у него ли синий ЛЦУ. Блин, у нашего фонарик светится. Я тут тоже в кустах. Меня убили. Я понял. Я примерно даже понял, откуда. Это со стороны... Я понял. Примерно где-то со стороны сотки, либо со стороны синих гаражей там. Я слышал звук глушенной мосинки. А значит, это близко со мной. Если что, у меня потом тоже мосинка глушенная есть. Блин, плохо. А как ты так сидел, что он тебя убил? Я вышел. АФК был? Никого не слышал. А, понял. Нет. Я вышел, чекал чувака, который его забрал. Гранаты хотел посмотреть. Кто его... Хорошо. Тогда смотри. Ты умер в кустах. Понял. Это еще хуже. Ладно, поползу тогда туда. А зачем? Меня, ну, в смысле, если тебе только нужен этот, меня уже не... Нет, мне противника убить нужен. Понял. А я чувака в кустах убил. Жетон не видел? И вроде бы он отвалился от граната. Ну, как я тогда видел, я как раз хотел по жетону смотреть. Угу, понял.
Это тот первый выстрел, помнишь, как который был? Да. Это, походу, его. Угу. Просто я подумал, что как раз меня... Да. Убил, да. Я тоже так подумал. Пивас. Володь, спасибо большое. Будет сегодня пивас, будет. Спасибо, хлопчики, вам всем. Блять, ну где же он сидит? А далеко ли это было в кустах от дырки? Туда вправо. Смотри, получается, если мы смотрим от дырки, вправо забор идет. Угу. От забора у тебя есть первая дырка. Да, да. И дальше вторая, выход такой с кустами. Угу. На том выходе лежу я и тот. Угу. Все, понял. Чемпионат. Понял. Один из трупов видно. И на этом все. Никто не бегает, никто никого не лутает пока. Ждем. Раз он ждет, и мы подождем. Спасибо за подписку. О, идет, слышу. Бегает, точнее, даже. Блин, я прям слышал его. Он точно с Мосинкой. Угу. Да, оглушенная Мосинка. Он, по идее, выйдет, потому что здесь много трупов лежит. Он должен. Он либо чекает сейчас. Вокруг все еще. Блин, ну ты должен появиться. Он встал, он лутал. Угу. Ох ты, блин, я убил, но это ж прям жестко было. Я что-то, прикинь, вообще его не там. Я его ловил все это время. Это такие тайминги, боже. Привет, Сергей. Вы прикиньте, я ловлю челика, я ловлю его все время вот здесь, но жду, да, пока он придет. Я только отошел, он сюда пришел. Ну как? Да. Только отошел. Красавчик. Ну, это он просто не смог меня убить. Это не я, красавчик. Я, по сути, бля, там проигрывал. Развернулся, блядь, с бедра ему херак. Прописал. Ой, ну тут просто больше его ошибки, чем моей реакции. О, спасибо за игру, я пойду по делам уже. Хорошо, тебе спасибо. Андрей, тоже спасибо тебе, давайте, удачи вам. Давай. Всем хорошо. Я живу. Я даже гранату, получается, не туда бросал. Я ж вспотел.
плотная катка. Главное, чтобы он один был. Потому что что-то на нем я пока мосинки не вижу. На нем что-то типа ВСС-ки лежит. Еще где я свою сумку сбрасывал, я тоже не помню. По-моему, я на подходе к окну. По-моему, на подходе к окну я как раз ее бросил. Там мои дополнительные патрики лежат. Сейчас отхилимся, пойдем. Я, кстати, могу проверить, я убивал гранатой челика или нет. Не убивал я гранатой челика. Беда печаль. Пацаны, семись! Хэштег плотная катка. Спасибо, Лех. Хэштег плотная катка. Согласен. Тебя на улице сумка. Да-да-да, где-то там, на подходе. Но это не все. Во-первых, с нашего товарища. Броня. Хотя ладно, нужно полностью обыскать. Отнести его в кустик, положить. Он на поисках. Попить это я люблю. А сумка тоже не моя. И в сумку, наверное, я закину бронь. Привет, Диморф. Бухгалтер, привет. Влад, привет. Не знаю, прошло ли прошлое сообщение. Не видел, но я на чат пока сильно не отвлекаюсь. Может и было. Так, синяя ЛЦУшка. Да, есть. Это этот челик. АВС. Бля, прикиньте, бежит челик. А я тут переодеваюсь. И куда он прыгнул? Что за дела? Он бежит. Я не понял, он на отдаление или на сближение? Вон он бегает. О, ебать, магазин, ты вовремя меняешь. Ой, я не ту кнопку, прикиньте, нажал и меняю магаз. Ой, енот, ой, енот. Было страшно. ОС целая, да, взял. Без ОВС-ки было бы плохо. Там еще кто-то ходит. Да, петушка еще забрать, точно. Блин, я не уверен, что он один. У тебя же по-любому какая-то лап-карта, да, лежит? Признавайся. БТшки, шина.
Так, второго своего раскидывать, как минимум. Для начала. А, вы видите, как челика ЛЦУшка, кстати, спалила? Синяя. Прикинь, ебать. Подебаю. Приклад пацан сложил. Короче, вас тут уже на самом деле оприходовали по полной. Тут челоботы на вас уже спят. Да, вот Мосинка глушеная. Ничего страшного. Не-не, я убил. Я просто подхожу к кусту, а тут приклад складывает чел. Я такой, чего? Да вот и я же говорю, что норм. Так. Ты есть, слушай, ты чё так повыкидывал там много всего? Не твое, ты выбрасывал. Броники какие-то выкидывал. Траве сидел кузнечик. Зелененький он был. 55 хп. А, это, четвертый класс. А, думаешь? Да. Ну, я только что именно еще челобота убил. В смысле, которого ты утал, который был дробовик, вот это он. А, понял, понял. Где мой фонарик? Что-то свет насквозь. А, вот, кстати, я чувака убил за этим самым. Хотя нет, подожди, я же его убил, а тот выше лежал, все правильно. Кстати, может быть не Мосинка, а еще и СВшка. Здесь тоже СВшка глушенная есть. Понял? Может быть, она тебя пригрела. Блин, как много он сумок насобирал. Флешка, понимаю. МП-5. Слушай, ну вот это он меня убил, да? Угу. Точно. Попадал, это вот калашик мой, 74-й. 74-й, а КСУ? Ну, уют у типа, да. Который я разобрал? А, все, понял, да, тогда да, я... Версия. Нет, я тогда скидываю, я правда не знаю, какой из них прицел, но хотя тот в рейде. И ЛЦУшка была на нем, по-моему, все, я скинул. Да чё забей-то? Ну, чё, мне чужое, думаешь, нужно? Да я тоже наберу, успею еще. Все мы успеем. Понимаю. Сейчас будем мисклики делать такие. Капитан ЖР. Слышь, они тоже людей поубивали нормально. Ну, замес был норм. Да, людей много прям. Пятые патроны достаем. Ты плохой человек, как ты так играешь, что я вроде интерес к игре теряю, но посмотрев твой стрим, думаю, завтра вы соли. Да у меня тоже не идет, бывает. Чё? Я ж не виноват. Само бывает не идет, а потом как пойдет, что не остановишь. Петушка, да заберу, помню, я петушка, ищет своя сумка, да, пацан? Это обязательно. Петушара ждет.
Мне еще патроны нужно докинуть будет. По-хорошему. Ой, не то сделал. Вот это. Вот это. И, наверное, вот это мы сюда закидываем. У меня там второй труп лежит. 9 минут времени. ЛСУшка, наверное, выключаем, потому что сильно палевно будет. Да, этого убил ты. Совершенно верно. Лутай. Прикиньте, не хочет лутать. Из-за анимации, походу. А, я альт нажимал. Понятно. Спасибо за подписку. Так, это мы закинем сюда. Это сюда. Здесь что за патроны? Нет, здесь патроны неинтересны. У меня же там еще челик лежит. О, понимаю, как фонарь светится. И сумка где-то моя, вон она лежит слева. Сейчас за петушком. Понятненько, вот так. Забираем. Со своей сумки я забираю вот это. Гвозди не знаю, что-то стоит, не стоит. По-моему, они не особо сейчас в цене. Да выбрасывайся ты. Мне еще до выхода топить сколько. А здесь получается мне только калаш, и тогда... Мосинка никаким образом не лезет. Только так. Что, ну за 7 минут вряд ли кто-то найдет этот фонарик. Откровенно говоря. Фиг знает, почему он вообще светится, я его выключил. Но освещает он, конечно, пол берега. Здесь на фонарик переходим. И теперь называется, за 6 минут до выхода нужно топить домой. Беги, ему, беги. Да нормально, перевеса нет. Жить будем. Не видно просто нифига вообще. Касается жрать после... Ты что, енота завела, что ли? Ты серьезно? Бля, я тебе могу только посочувствовать, наверное. Заводить енота. Смотри, кстати, есть люди там, нет? Дальше еще, в бусте. Так. Сидит. Я понял. Ну тогда будем как-то в порядке очереди чередовать вас. Кидайте, откуда надо.
Да нет, ты сам перейди, какая там комната будет свободная. Пустая. Ну да. Окей. Ну все, я пошел. Угу. Давай, дождешься, еще сыграем. Окей, хорошо. Выхода нет. Есть, есть, понял. О, выход. Слушай, если есть выход, тогда мы с вами имеем право обыскать здесь что-то. О, АКБшник, прикинь. Он же дорого сейчас стоит, наверное. Всяко дороже, чем какая-то, я даже не знаю. Какая-нибудь хрень. Какая у нас хрень здесь? Глушительная СВ. Блин, нужно прям подумать. Наверное, вот это, вот это, вот это не особо. Вот это, еще что-то одно. С патронами не знаю, что делать. Аптеку выкину. Того я выкинул. Чисто фонари, глушитель, аптеку. Нормально. У кого-то, походу, не было места, куда брать аккумулятор. Потому что, по идее, они прям в цене сильно не должны были падать. Да ладно, это ЧВКшник, пацаны. Или нет? Похож очень сильно. Хотя нет, бот. Или ЧВКшник, подожди. У него место под жетон есть, хотя есть у всех, но при этом он... Нет, это точно ЧВК это. Какая сенса? 550 dpi, 0,7 сенса. Слушай, ну уже есть катка какая-то, которую можно в этот самый... Чисто запилить будет. Да? Каким-нибудь вечерком. Для тех, кто не смотрел, смогут пересмотреть. Так. Запись останавливаем.